Мы любим Украину, у нас с ними хорошие отношения. Мы очень много работаем над тем, чтобы с Одесской областью наши побратимские связи, которые мы имеем, усиливали. Думаю, что те программы, которые мы запустили, и они работают, они будут и дальше работать. У нас есть одно село украинское, это Ферапонтьевка. Исполком Гагаузии по просьбе посла Украины господина Пирожкова каждый год выделяет дополнительно большие деньги для того, чтобы в этом селе сохранить школу, чтобы там было обучение на украинском языке. Я думаю, что это какое-то временное недоразумение, которое было продиктовано все-таки политическими кругами отсюда из Кишинева, но никак не с Украины. Мы с ними всегда дружили, находили общий язык, так будет и дальше.